Друзья, с вами снова я, Алена Самсонова, практикующий психолог. Я продолжаю отвечать на ваши вопросы, которые вы мне оставили под постами и в комментариях под видео. Вопрос взаимоотношений с мамой. Когда вы спрашиваете, отношения с мамой невыносимы, нормально ли это? Если вас трогают действительно ваши взаимоотношения с матерью, и вы рассматриваете их как тревожные, как те, которые не дают вам возможности нормально, полноценно существовать, это действительно повод обратить на это свое внимание и, наконец, расставить все точки над «и». Что я говорю «все точки над «и»? Что же это значит? Это значит, что вы позволяете себе быть отдельной личностью, которая полноценно существует в этом прекрасном мире. И когда вы начинаете работать в отношении себя, для себя, то вы можете сказать матери наконец-то о том, что вы взрослая полноценная личность. И самый важный и значимый такой ответ будет – это ваши действия и показ такой наглядный, что у вас все окей. Ваша жизнь создана такой, как вас устраивает. Далее вопрос связан с тем, что мать, я прям читаю, мать влезает в отношения в семье. Что нужно с этим делать? С этим нужно конкретно работать. Как работать? Здесь нужен не только разговор, здесь нужно научиться обозначать свои границы. Об этом я рассказывала в своем семинаре про эмоциональные границы и как их обустроить, как их правильно создать. Следующий вопрос. Мать алкоголичка и читаю, и занимает достаточно много места, и вы не знаете, как с этим справиться. Если ваш родитель, близкий человек страдает какой-либо зависимостью, позвольте себе всю свою жизнь не отдавать на то, чтобы быть тем самым спасателем, который когда-либо спасет этого человека и лишит его возможности встревать в эту аддикцию. Если вы уважаете себя, то вы это сделаете при помощи психолога, либо найдете в себе ресурсы собственные и решите данную тематику. Следующие видео будут также с вашими ответами. Продолжаем рубрику «Не знаю, что делать».